Госавтоинспекция готовится к летним каникулам. Центр «Камертон» к большому концерту. Об этих и других событиях расскажем в рубрике «Городовой». Слово Марии Клименко. Побывают в лагерях, школах и детских садах. ГИБДД объявляет о начале профилактического мероприятия «Осторожно, дети». Оно направлено на предупреждение травматизма в летний период. Первый этап мероприятия продлится с 14 мая по 10 июня. За это время сотрудники госавтоинспекции проведут беседы с подростками и их родителями. Будут патрулировать дороги вблизи школ и детских садов. Цель акции – предупредить детский дорожно-транспортный травматизм во время каникул. Отмечу, с начала года в Магнитогорске произошло 6 ДТП с участием несовершеннолетних. Конечно, обращаемся к водителям, что в летний период они должны быть особо внимательны, потому что детей становится все больше вблизи проезжей части, поэтому, когда они проезжают пешеходные переходы, образовательные организации, они, конечно, должны снижать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства и всегда предоставлять преимущество движения пешеходам. Еще хотелось бы сказать, что если вдруг водитель видит ребенка в неустановленном месте, ну, раз уж так произошло, он тоже должен обязательно предоставить ему преимущество и даже в неустановленном месте разрешить закончить переход проезжей части. Также будет запланирован ряд мероприятий по контролю за перевозкой детей. Ближайший рейд запланирован на 16 мая. «Магнитка» встречает новые имена. 17 мая в Центре музыкального образования «Камертон» состоится гала-концерт городского фестиваля-конкурса. В нем примут участие молодые таланты. Гостей ждет яркая программа. В конкурсе заявлены две номинации – музыкальное искусство и живопись. Свои работы представят около 50 юных исполнителей и художников. На сцену поднимутся лучшие ученики городских школ искусств. Это те юные музыканты и художники, которые в течение всего учебного года защищали честь Магнитогорска, Челябинской области и России на самых различных международных и российских конкурсах. Председателем экспертного совета является народная артистка России, директор областного отделения межрегионального фонда «Новые имена», директором которого является Денис Мацуев, Наталья Заварзина. Изюминкой этого года станет выступление детских городских оркестров, камерного народного духового. В конце программы жюри назовет имена 5 лауреатов фестиваля-конкурса. Начало концерта в 16:00. Чтобы сделать жизнь лучше, магнитогорские активисты могут проявить себя. Дан старт муниципальному этапу конкурса «Доброволец-2018». Заявки и волонтерские проекты принимаются до 4 июня. К участию приглашаются волонтеры и руководители добровольческих некоммерческих организаций. Задача – представить проект в одной из 12 номинаций. Это могут быть культурные акции, мероприятия, призванные помочь ветеранам или инвалидам, обучение детей. Победители получат финансирование. Подробности на сайте организаторов. Мария Клименко, Вадим Бутаков, информационная служба медиагруппы «Знак».